Приветствую вас, друзья. Продолжаем Wolfenstein 2. Новый колосс. Привет, жуткий Билл. Привет, привет. И мы накопили карточки. Я их набивал в Нью-Йорке, Манхэттен, район Манхэттена. Район пентхауса. Там по две карты. По две карты было. Давайте проверим, может что-то откроем. Судя по всему, секретная область должна быть. По этой карточке неизвестно кто. А сейчас мы... Томас какой-то, Вехлер или Векслер. Это вобер команда будет. Венера. 14 карточек. Давайте откроем. Я набрал на всякий случай, потому что следующая будет наверняка больше. Итак, открыли. Кстати, там надо будет спасти кузена Дмитрия. Все, все открыты. Погнали. Да. За добавкой. Прошу, будь осторожна. Что? Знаешь что? Я тебя видел. Ой, да брось. Я опоздал на смену всего на 3 минуты. Кому какое дело? Ты опоздал на 3 минуты и подделал свою хронокарту. Это сразу 2 нарушения. Если об этом узнает оберкомендант Векслер, тебе конец. А если я не донесу на тебя, то капут и мне. Ты нас обоих подставил. Ладно, ладно, Отто, прости. Я облажался, больше так не буду. Расходитесь. Или еще что-то хотите сказать? Он думает, доносить или нет? Вроде не спалились. Так, там народ тусит. До хрена его там тусит. Давайте посмотрим, что здесь есть. Так, гранаты. Здесь ничего. О, это что? Это Максу. Блин, как быстро мы нашли. А что это такое? Ага. Смотрим. Цепелин, что ли? Да, цепелин. Или дирижабль, кому как нравится больше. Итак, мы все ачивки, по-моему, сделали, нет? Пойдемте. Броники, броники, вагонетки. Надо зачистить всех. Один готов. Забираем. Нас что, чуть не спалили? А кто? Спалили, спалили.
Так, что это как-то... Да спокойно. Забираем. А теперь ликвидируем ту штуковину. Готов, клиент. Смотрим, что здесь есть. Возможно, текст какой-нибудь. Нет, это нам не надо. Ага. О, мы можем попасть туда. Оно также закрыто, нет? Сейчас проверим. Так, ну здесь больше ничего такого нет. Недоступно. Ну давайте проверим. Так, отсюда мы свалили. Коды брали. Здесь. Так, а здесь открыть нельзя. Что-то бласкается вообще, прям трясется, что ли. Дыхание у него. Так, смотрим. Куда мы пришли? Мы пришли отсюда. Да. Так, и куда нам? Ага. Ух ты, блин. Больно ударился. О, нам прямо. Бум. Все, здесь ничего нет. Показалась записка. Нам сюда. Не люблю эти штуки. Да, мы с другой стороны, кстати. Или подождите-ка. Нет, не с другой. Мы возвращаемся все-таки. Да? Такое ощущение, что я что-то пропустил. Да и ладно. Погнали. Ну, почти хорошо. Как-то быстро мы с ними. Так, 7 топориков. Ну, что-то я упустил такое. Оу. А почему покинуть убер-команду? Сначала надо забрать... А, мы нашли этого, да? Дмитрий. Это он и есть, Дмитрий? Давайте сначала оберкоманду завалим. Это комната допроса. Так, нам туда. Ну, сначала давайте здесь посмотрим.
Так, здесь недоступно. Пойдемте отсюда. Все, вниз. Потом вернемся. Так, там здоровяк, что ли? Да, там здоровяк. Давайте отсюда стрелять. Спалились. Алярм. Хэштегом. Надеюсь, сзади никто. Самая хорошая позиция. Есть один. Обер-команда сдулся. Ну, пойдемте с этой штукой. Так, там здоровяк. Ой, какую могучую кучку здесь наделали. Ну где здоровяк? Готов. Как-то музыка прям стихла. Давайте осмотримся. Так, это понятно. Здесь ничего. Тоже ничего. Недоступно. Тоже недоступно. Ну, вроде все. Газета? Она нечитабельна. Зачитали до дыр. Так, смотрим. Все, здесь ничего. Погнали отсюда, берем карточку и того чувака. Остаемся в районе. И в комнату допроса идем.